Отдельного внимания заслуживает тема выбора точки. В карповой рыбалке это крайне важно. Что происходит на точке у меня? Дистанция 109 метров. Ближе на меня идет подъемчик на 30 сантиметров на протяжении 5 метров. Он твердый, покрыт ракушкой, покрыт твердым глинистым грунтом, хрящеватым таким, слежавшаяся глина с песком. Еще дальше на меня уже выходит глубина на 2 метра, и там идет такой настил из тинки. То есть точка мертвая, в тинке ловить смысла нету. Далее же вот этот плавный свальчик ракушаный, который уходит на 30 сантиметров. Далее уходит плавно еще на 30 сантиметров в такую как бы канавку протяженностью метров 8. Она состоит из глины и ила. То есть это достаточно мягкое дно, но не сильно вязкое. То есть груз в него не влипает очень глубоко. А дальше идет опять подъем, но уже туда, в русловую часть. И там уже дно состоит из такой более твердой глины с илом. И прям вот маркерным грузом было слышно, что она порыта рыба. То есть там такие кратеры. Видно, что рыба там перемещается, что-то ищет, что-то роет. То есть хорошая перспективная точка. То есть, грубо говоря, на дистанции в интервале 15 метров у меня есть три великолепных рельефа. Канавка русловая, твердый ракушаный подъемчик и плато с плавным подъемом из глины, порытая кратерами проходящей рыбы. Очень интересная точка, классная, перспективная, которая приносит мне достаточно много поклевок. Удочки, как я уже говорил, я свои выставляю слева направо. Та удочка, которая стоит слева на краю кормового пятна, она у меня стоит на твердом, вот этом подъеме ракушаном. Центральная удочка, на которой у меня, которая находится в центре кормового стола, она у меня становится вот в эту русловую канавочку. Вот. На 30 сантиметров углубления, а правая, которая занесена на 15 метров правее и дальше, она уже выходит на вот это глиняное плато. То есть стратегия моя по выбору точки приблизительно такая. Понятное дело, что все это достаточно, там есть погрешности, плюс-минус метр-два, может быть даже больше, но погода была хорошая, ветра сильного не было, поэтому мне позволяло достаточно точно ловить. Поэтому такая точная рыбалка, конечно, приносит свои результаты. Рыбулечка уже у берега. Я должен сказать, что рыба красивая. По-моему, это зеркальный. Расслаблю фрикциончик и присяду на колени, чтобы не нависать всей своей тушей над водой и минимально его пугать. Забирает потихонечку он леску. Вот. Возвращаясь к вопросу о выборе места ловли, должен сказать, что по мнению огромного числа профессиональных карпятников, именно место ловли является основополагающим фактором успешной рыбалки. Даже не корм, а именно место ловли. Идеально подобранная точка, когда в ней 100% появляется рыба, ее поиск – это прямо-таки священный грааль карповой рыбалки. Рыбка, конечно, я сейчас ее даже не могу поднять, потому что леска у меня уже закончилось, сейчас пошел шнур, то есть это шок-лидер у меня. Он жесткий, при каком-то грубом контакте я могу банально просто сейчас разорвать губу рыбе или разогнуть крючок, если она сейчас резко дернется, в случае плохой засечки, просто разогнется крючок, потому что крючки достаточно небольшого размера, поэтому приходится действовать крайне аккуратно. Рельеф дна я определяю при помощи маркерного удилища. Маркерный поплавок, маркерный груз и удилище, которое имеет вот здесь вот метки через каждые там
Если это английские удочки, как правило, это футы, там дюймы, короче, там английские меры длины. Я же свои удочки немножко переделал. Я через каждые 25-50 сантиметров перевел в наши привычные европейские единицы измерения. Просто взял материал, нитку, и сделал сам намотку там, где надо. Эта нитка выпирает на бланке, и даже можно, не глядя на метки, глядя на маркерный поплавок, просто проводя руками по бланку, тактильно понимать, что деление прошло 25 сантиметров, 50 сантиметров, всплывает поплавок. Конечно же, ну, бывают ситуации, когда можно при помощи эхолота определять рельеф дна. Это все, конечно, интересно, но я считаю, что классическая карповая рыбалка, когда дно определяется именно путем простукивания, использования маркерного удилища с маркерным грузом, дает максимально точную картину и позволяет, самое главное, потом на выбранной дистанции при помощи колышка уже на берегу заклипсовать все остальные удочки под выбранную дистанцию. То есть я тогда, после того, как нахожу перспективную точку на маркере, ставлю клипсу, выхожу на берег, растягиваю колышки, через у меня между ними интервал 5 метров, и на эти колышки начинаю наматывать леску, которая у меня на маркерном удилище. Там, предположим, получилось у меня там 109 метров. После чего я на эту же дистанцию клипсую остальные удочки. Но тут есть один маленький секрет. Секрет этот заключается в следующем. После заброса, когда используется леска, ветровая дуга получается. То есть выдувается какое-то количество лески парусом. Поэтому если заклипсоваться ровно в ту точку, которая обозначена на маркере, в итоге монтаж, ну, оснастка будет на самом деле находиться ближе. Поэтому, если, например, я нашел перспективную точку на 109 метрах, то удочки свои я клипсую 109 метров плюс ориентировочно 8 оборотов. Грубо говоря, там получается 118 метров, 116 метров. Почему? Потому что после заброса мне придется выбирать все равно дугу, и я как раз вот эту вот дугу, чтобы вернуть, как раз это будет в районе 6-8 оборотов. Это крайне важно. Чтобы потом, ну, это нужно всегда учитывать, чтобы потом не удивляться, что вроде бы кормишься, а поклевок-то нету. Вот. Если нужно, например, точно ловить. А сподовое удилище свое я как раз клипсую в ту же дистанцию, на которой у меня маркер. То есть кормлю я спод. Почему? Потому что спод после заброса, он достаточно мощный, он падает, леска вытягивается полностью. Вот рыбочка уже наша под берегом. Совсем рядышком, но он еще такой, еще не поднимается, вправо-влево ходит, головой крутит, совсем еще не ушатался даже и близко. И не хочется форсировать события, потому что рыба, ну, видно, красивая, большая, вот, и я его еще даже ни разу не поднял для того, чтобы посмотреть, ну, в общем-то, на этой дистанции уже приблизительно можно рассмотреть, как у него во рту располагается крючок. Даже, ну, боюсь просто поднимать, потому что он даже еще и не пытается мне отдаться. То есть он где-то под берегом плавает, видно, что чуть я его уже ушатал, но он способен еще на многое, я это точно знаю, потому что тутошние рыбы неоднократно удивляли меня. У меня были на этом водоеме поклевки, когда рыба просто плыла, я даже ее не мог остановить. Все это заканчивалось разгибами крючков. Вот. Так. Какой красавчик. Красавчик. Ну попробуем. Попробуем. Может, ты уже достаточно созрел для того, чтобы зайти ко мне в подсак. Какая рыба красивенная. Ой-ой-ой, крючочек. Засечка, я вам скажу, такая. Знавал я и получше. Опача. Фух. Какая рыба потрясающая. Вот это рыба. Так, на мат его надо.
Вот это рыба. Опа, чё? О! Да уж, да уж. Ну что я могу сказать? Водоем радует. Водоем радует. Красивенный, зеркальный. Вообще, вот какие-то у него былые травмы старые. Ну, такой видавший виды уже. Карп. Очень красивая рыба. Фух. И так стартанул мощно, конечно. Потрясно. О. Засечка достаточно, на самом деле, плотно крючок сел. Просто не в нижнюю часть губы, а немножко в бок. Но сам монтаж позволил ему удержаться. О. И вот тот самый монтаж, о котором я говорил, с маленьким грузиком, который вот действительно заставляет крючок развернуться. Достаточно маленький крючок для этой рыбулечки. Вот. И при этом получилась хорошая эффективная подсечка, которая дала возможность. И обратите внимание, груз отстегнулся на большой рыбе, то есть это позволило мне достаточно спокойно ее вывести. Да, я потерял груз, но я минимально травмировал рыбе губу, у нее целая губочка. Вот. Поэтому получил вот такой прекрасный трофей. Посмотрю, какой он тут с этой стороны у нас. Опач. О, какой красивый. Какой красавчик. Потрясающая рыба. Красавчик какой. Вот это рыба. Лучшая рыбалка в сезоне.